Мах шире, дыхание ровнее. В водоспортивном комплексе «Солнечный» сегодня стартуют соревнования по плаванию. Дистанцию в 25 метров проплывут 334 спортсмена. На одной площадке встретились юноши и девушки до 18 лет из Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской областей и других сибирских регионов. Сейчас мы проплыли, я проплыла 2:08, вторая девушка проплыла 2:21. То есть я ее обогнала на 13 секунд. Сейчас я думаю, что я нахожусь не в плохой форме. Карантин никак плохо на меня не повлиял, я наоборот работала. Спортсмены соревнуются на различных дистанциях в разных дисциплинах. Это брас, вольный стиль, на спине, комплексное плавание, а также баттерфляй. За 4 дня пройдет 18 видов программ и 6 эстафет. Позади 3 месяца без тренировок и никакого контакта с водой. Но пловцы уверяют, это не помеха. Наоборот, соскучились по любимому делу и с новыми силами отправились в бой. Ну, все в равных условиях. Понятное дело, первый старт тяжело. Но ничего, справляемся, работаем, так сказать, в штатном режиме. Рад, что наконец-то можно поучаствовать на соревнованиях, почувствовать эту атмосферу, то есть увидеться со знакомыми, с друзьями, поделиться какими-то впечатлениями, кто как переживал эту изоляцию и так далее. Состязание в некоторой степени – билет в будущее. Это отборочный тур на чемпионат России по плаванию на короткой воде. Он пройдет уже в декабре этого года в Санкт-Петербурге. Готовились все по разным бассейнам, кто где как мог. Долгий был перерыв, отсутствие плавания. Но, как показали, некоторые регионы провели у себя чемпионаты отборочные перед зональными соревнованиями. В принципе, результаты неплохие. То есть нельзя сказать, что провал совсем большой. Надеемся, что восстановятся спортсмены быстро и будут продолжать рост своих достижений. Региональный турнир завершится 11 октября, поэтому задача каждого участника – выложиться по максимуму. Дарья Пастушенко, Константин Синицын, АСТВ.